Пока Менгск жив, будет литься кровь. Он заплатит за все. Всем привет, дорогие друзья и любимые подписчики, с вами снова Гидеон, и мы продолжаем проходить StarCraft 2 The Heart of the Swarm. И на этот раз вас ждет вторая миссия данной игры. Посмотрим, что же затеяла Керриган. И что мы будем делать мы. Исследовательская станция ЕБ-103. Ну и погром ты устроила, Сара. Уже жалеешь, что вернул меня? Не-а. Я слышала, что случилось с твоим другом Тайкусом. Мне жаль. Он сделал свой выбор, а я свой. Может, стоило дать ему убить меня? Королева клинков погубила миллионы. Сара, это была не ты. Нужно забыть о прошлом и выбираться отсюда. Я соберусь и буду ждать тебя здесь через час. Мне нравится это предложение. Мой корабль готов. Мы можем лететь прямо сейчас. Жди, я скоро буду. Жалко, что мы потеряли Тайкуса. Действительно жалко. Исследовательская лаборатория EB-103. Тревога. Войска Доминиона в секторах 3, 4 и 6. Сара. Полная эвакуация персонала. Это Нова. Обыскать все. Найти Керриган. Отряд Браво. Принято. Пока Менгск жив, будет литься кровь. Он заплатит за все. Хватит, милая. Возьми себя в руки. Группа Браво, ответьте. Браво, прием. Все подразделения в сектор 6. Быстрее. Нужно идти. Давно это было. Такое не забывается. Да уж, это точно. Да, давно это было. Давно. Сара Керриган – сильный герой, обладающий рядом особых способностей. Керриган можно выбрать, нажав клавишу F3 или щелкнув по ее значку в верхнем левом углу экрана. Никакой у нас здесь предыстории нету, так что просто начинаем миссию. Джим, вы меня слышите? Мы слышим тебя. Я рад, что вы живы, Керриган. К сожалению, мы отрезаны от вас. Вам придется самим пробиться через лабораторию к транспортной станции.
Оттуда вы доберетесь до корабля Джима. Ясно. Мы справимся. Итак, давайте возьмем наши войска. У нас всего два героя, Сара и Джим. Снова в седле. Вперед! Да, снова в седле. Вперед! Хорошо. И пойдем разбираться с войсками Менска. Поняла. Ну-ка. Мародер. Я обезврежу его с помощью кинетического удара. О, красота! Противник справа! Перебью всех! А, Рейнером я управлять не могу, кстати. Заметили? Иду. Мы на одной волне. Ну что, Керриган у нас вроде приходит в себя, находясь рядом с Рейнером. Группа захвата Доминиона. Хотя, конечно, нам нужна помощь. Действительно жалко Рио. Тайкуса. Это Керриган. Я все никак не могу забыть про то, что Тайкуса убили. Он был такой классный, мне так нравился. Поняла. Очень-очень классный герой. Рейнер, Керриган, у этого терминала можно получить медицинскую помощь и восстановить энергию. Удачи вам, а я постараюсь выбраться. Да уж, давай, поспешай. Похоже, эта штуковина больше нас не полечит. Поняла. Ну, один раз берем кубик, в общем, и все. Прочесываю территорию. Так, куда нам нужно? Эти морпехи будто нарочно сгрудились для сокрушительной хватки. О, слушайте, отлично вообще. Держит их всех. И перестреливает. Хорошо. Чисто! Вперед! Да, я слышу тебя. Никто вместе с нами, кстати, территорию. Не идет, никого мы взять не можем. Десантирование групп захвата продолжается. Доминионцы. Продвигаются к цели. Мы на одной волне. Да, спокойненько. Куда перестреляли. Неважно. У нас своя цель. Мне не нужна армия. О, Рейнеры немного покоцали, кстати. Ну, ничего. Прочесываю территорию. Давайте, шагаем, ребят, шагаем. Мы почти добрались до станции. Оттуда мы попадем прямиком к шаттлу. Коридор завален. К транспорту вам нужно будет пробиваться через нижний уровень. За дело. Ну давайте. Попадем на нижний уровень. Марш, о, бросок. Выздоровеем. Иду. Ну, мы берите уже. Волне. Что, я не могу Рейнера заставить взять? Валериан, прием. Главный коридор завален. Ты можешь открыть боковой проход А-12? Могу. Но будьте наготове, там вырвавшиеся подопытные зерги. Не думаю, что мне стоит снова контролировать их. Я не буду просить тебя об этом. Мы справимся. До открытия двери 3 секунды. 2, 1. Сейчас всех перестреляем. Вот так. Сколько зерги? Ой-ой-ой-ой, атакуют-то они неплохо вообще. О! Плохо. Схватка. Хватка классная. Действительно классная хватка. Ну, сейчас подлечимся. Вон у нас здесь аптечка есть. Иду. Давай, Керриган. Хорошо. О, мы еще и всех вокруг лечим. Классно. Поняла. Но, кстати, она не работает, Маша, если ранен, если мы не ранены. Керриган, мои люди получили контроль над системой безопасности. Мы начинаем изоляцию комплекса. Не осложняй всем жизнь. Сдавайся уже. Да, конечно. Обойдешься. Прочесываю территорию. Так, до изоляции секции 247. Скорее, милая. Мы должны добраться до той двери. Доберемся, доберемся. Любовнички, а? Иду. О! Вот бы они перебили, а, друг друга. Они у меня так было бы намного лучше, но нет, зверлинги до нас добежали. Давайте, скорее их перестреливайте уже.
Ну. О, все, наконец-то. Продвигаюсь к цели. Так, куда нам тут идти? Сюда? Нет, нам сюда не надо. Поняла. О, аптечка. Подлечимся. За дело. Хорошо. Да, добавили аптечки, раньше не было. Нет, сначала Зерлинга. Слушайте, реально, они меня больше бесят, чем войска Доминиона. Получай. Намного они опаснее. Намного опаснее. Отлично. Прочувствую территорию. Все как в старые добрые времена. Ну, я немного посидел. Я промолчу про свою прическу. Да уж. Иду. Мы успели. Мы на одной волне. Да, действительно, твоя причесочка та еще. Нет, сволочи! Цель опознана. Сволочи! Вынесли этого бедного парнишку, кто бы он ни был. Не останавливайтесь! Они вот-вот запечатают лабораторию! Да мы и не собирались останавливаться. Поняла. Покинуть нижний уровень, Керриган должна выжить. Я вижу их. Ух ты! Ага, ультралиск. Посмотрим, как он держит кинетический удар. О, вообще не держит. Поняла. Мы пройти-то сможем? А, нам нужно теперь самим добить эту штуку. Надо было подождать, пока ультралиск добьет. Ну ладно. Территорию. Еще один кинетический. Тут черти что творится. Нам приходилось проходить и через худшее. Дело. Да, уж точно. Вижу цель. Керриган и Рейнар обнаружены. За дело. Это получай. Еще кто у нас тут? А, призрак. Иду. Да убейте его уже, господи. Какой-то слабачок стоит тут. Поняла. Один. Поняла. Дьявол. Сколько же здесь зергов? Да, наверное, я слегка перестаралась. Поняла наконец-то, а, Керриган? Поняла, что немного перестаралась. Ну, обилки у нее, конечно, отличные. Поняла. Ходим там, этот надо кинетический. Надо уничтожить завалы. Мы должны добраться до той двери. Доберемся. Вон, как вы быстро уничтожаете этот завал. Вообще без проблем. Иду. Хорошо. Вот и дошли. Хотя, нет, еще не дошли. За дело. Марш. Успели. Ты удивлен? Не останавливайтесь. От станции вас отделяет только одна дверь. Иду. Им так просто не уйти. Ну, Керриган, не танкуй. Не танкуй, давай. Рейнар, помогай. О, мы отлично. На одной волне. В следующей комнате доминионцы. Я чувствую их. Будет жарко. В комнате есть клетки с зергами. Мы можем открыть их с помощью этой консоли. Или можно включить подачу ядовитого газа. Ха, во как, выбор есть. Открыть клетки с зергами или заполнить комнату газом. Заполнить комнату газом. Я не хочу с зерлингами сражаться. О! Так-то лучше. Поняла. А, ну хорошо. Теперь мы должны вынести эти... Газ бесполезен против техники. По крайней мере, теперь силы равны. Вперед. Ну вот, отлично. Танку вынесли одним снарядом. Одним, вернее, кинетическим ударом вынесли целый осадный танк. Блин, офигенно. Ну, конечно, Керриган поранила довольно сильно. Но у нас иду. Здесь вот еще одна аптечка. Слушайте, аптечек дофига. Мы на одной волне. Неплохое, кстати, нововведение. Весьма неплохое. Есть. О, красавцы, иду. Красавцы. Хорошо. Просто красавцы. Кстати, новую добавили эту тему с ХП, видите, с вверху слева. Прям как... Мы вовремя. Транспорт вот-вот уйдет. Прям как в РПГ.
хорошо. Джин, мы отступаем. Я на пути к Гипериону. Хорошо, Валериан. Дай нам знать, когда доберешься до корабля. Остались только мы с тобой, Джин. Вперед. О, ха-ха, теперь еще и полетаем. Неплохо. Так, и что нам нужно делать? Войска Доминиона прорвались в тоннель. Поняла. Прорвались в тоннель. Ну и где они? Где они? Где они? Где они? Давайте нам их, подавайте нам их на блюде. Прямо на блюде нам их подавайте. Готовеньких, свеженьких. Ага, вон он летит. Опа! Блин, обожаю эту штуку. Просто шикарный. Кинетический удар сносит 300 единиц урона. Обалдеть. Или строению, или одиночной единице. Задело. Опа! Просто красава, Керриган, конечно. Мочит, как настоящая королева клинков. Ничего не скажешь. Так, а энергия у нас... Что, не кончается, что ли? Платформа набирает скорость. Держитесь за поручни, ребята. Ну ничего, наши супергерои не будут держаться ни за какие поручни. Что-то едем мы не так быстро, смотрите, ну что это? О, опа, блин, обожаю. Мы на одной волне. Так, где еще? А, вот, еще прибывают, еще прибывают. О, ха-ха, красота. Конечно, убавляется энергия, но, в принципе, восстанавливается она быстрее. Ах ты сволочь-то, а? Приземлился тут. Уничтожает наши склады. Так, кинетический удар я приберегу вон для тех. О! А, да, даже достаточно пробежать через вот эту восстанавливающую ХП штучку, кубик. И все, достаточно. Помашите лаборатории ручкой. Пока мы не доберемся до космопорта, мы будем как на ладони. Да, теперь мы уже не пойми, где вообще находимся. Есть. Давай, Керриган. Опа, красота. А я думаю, там десант должен быть внутри. Поэтому я прям уничтожаю в первую очередь эту штуку. Так, с двух сторон прибывают. Ладно. Да где там кто? А, время вот кто. Нет, не ломай наш двигатель. Не ломай наш двигатель. Поплатишься. О, все, поплатился. Так, кто еще? Кто на новенького? Продвигаюсь к цели. Кинетически. А, вот, вот. Хорошо. Кто-то там уже летит, я смотрю. Опа! Красавец. Надо как можно скорее использовать, чтобы как можно быстрее откатывалось. Ну что это такое? Так, давайте сначала это. Да куда? Да что такое? Куда вы бежите, да, ребят? Так, ладно, все, все, вынесли. Вынесли, хорошо, хорошо. Пока все неплохо. Энергия у нас. А давайте энергию восстановим. Марш-бросок. Ну, где еще войска? Скучаем, скучаем мы без войск, скучаем. Я вижу космопорт. Мы почти у цели. Задело. Опа! Обожаю эту штуку. Поняла. Просто обожаю. Осадный танк. О, боже мой, осадный танк. Кинетическим ударом. Ну, да, кинетический удар у меня был израсходован, Керриган. Так что никаких кинетических ударов, извини. Одной волне. Ну все, мы почти должны долететь. Нет, все-таки классная задумка вот с этими кубиками с ХП. Конечно, довольно аркадно, но... Но есть свой шарм. Все-таки, мне нравится. Есть какие-то вещи, которые можно там беречь или держать. Но потом, напоследок. Доминионцы разворачивают в космопорте какую-то тяжелую технику. Вперед! Мы должны сдерживать их, пока не закончится эвакуация. Мы почти на месте. За ними, к космопорту. Вперед к космопорту. Иду. Так, а другими я управлять не могу? А, хорошо. Нет.
Опа! Шикарная возможность. Шикарная. Маша, бросок. Сколько она энергии? 50 тоже. Так, этого вынесли, этого тоже. Хорошо, огнеметчики не дошли. Огнеметчики, это опасно. Очень опасно. Поняла. О, нас подлечили. Архангел на месте. Космопорт под контролем. Войска Доминиона. Вперед! О-оу. Архангел преграждает нам дорогу к шаттлу. Черт, Сара, продержись немного, а я поищу другой путь. Поторопись, а то я обломаю этой железяки крылья без тебя. Ха-ха. Да, в этом вся Керриган. Ну, собственно, как и Рейнер. Поняла. Вступаю в бой! Давай, сдохни! Ох, Тор-то здоровый, а! Куда он направляет? А, он бараж делает, да? Он делает бараж. Ничего, сейчас потихоньку. Куда ты? Ах ты, гад, свалил. Цель выбрана! Сбросить капсулы! О, нет. Какие еще капсулы? Что ж такое, еще войска сбрасывают? Ну, ладно, войска это мелочь, ерунда. Вынесем, как нечего делать. О! Хорошо. Отходим. Ребята, ну куда же вы? Эх вы, ну ребята. Поняла. Подводите меня. Прочесываю территорию. Подводите свою королеву. Хорошо. О-о-о! Время использовать кинетический удар. На тебе, кинетическим ударом тебя. Так, ну-ка, сокрушительным. Продвигаемся к цели. Ох, ёлки! Палки. Иду. Сволочь. Давай, на тебе. На одной волне. О, все, давайте, пойдемте подлечимся, энергию. Высадка десанта! Опять высадка. Иду. Десанта? Что такое? Мы на одной волне. Ладно. Вот сейчас мы этот десантик-то и подрубим быстренько. Да. Способности отличные просто. Просто отличные, удобные. О, ну хоть этот дурачок не погиб. Поняла. Оп, еще десант. Что ж такое? Свалим. Да, отлично, свалили. Хорошо. Прочесываю территорию. Ну, спускайся, сволочь. На тебе. Давай, Керриган, добивай его уже. Добивай его, добивай. Прочесываю территорию. Ах ты, гад. За дело. Ладно. Поняла. Ну-ка, работает на тебя этот удар-то, нет? Цель опознана. Вот и все. Ха-ха, красавчик. Свободен. Джим, торопись. Скоро тут будут еще доминионцы. Сара, я не могу добраться до тебя. Бери мой корабль и улетай. Мы только что снова нашли друг друга. Я тебя здесь не оставлю. Рейнер, Керриган, я на Гиперионе. Мы направляемся к месту встречи. Что там у вас? Керриган возьмет мой корабль. Мне нужна эвакуация. Понял. Высылаю за тобой отряд. Не облажайся, Валериан. Керриган, встретимся в условленном месте. И прости, что не послушал тебя раньше. Слишком поздно просить прощения, Валериан. Джим, я возьму твой корабль. Но если тебя убьют, между нами все кончено. Да, мэм, понял. Ха, ну как всегда. Джим, доминионских кораблей все больше. Гиперион под сильным обстрелом. Моим людям не пробиться к вам. Ясно. Веди Гиперион к месту встречи. Я найду способ выбраться. Хорошо. Удачи. Нова. Так-так. Джим Рейнер. Ты помог мне разобраться с Тошем, и я это ценю. Но дружба дружбой, а служба службой. Рассчитываешь получить повышение, куколка? Не получишь ты повышение, Нова. Ну что ж, дорогие друзья, мы прошли вторую миссию. Надеюсь, вам понравилось. Встретимся в третьей миссии. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и советуйте друзьям. С вами был Гидеон, всем спасибо и до следующей миссии.